Доброе утро. Вот такое субботнее, красивое, солнечное утро. Уже поют птицы. Вот скворец сидит, если видно, на самом окошечке. Скоро они будут распределять домики. Утром ходили аисты в поиске еды. Пока с этим еще трудно. А вот здесь была дорога. Но вчера Саша пытался на характере доехать. И вот от его газона что теперь осталось. Там Алексей с Сашей колят дрова. Ну и вот теперь предстоит укладывать вот такие колейки. Всего хорошего нам дня, успешной работы. Пока-пока.